Доброго дня. Мы получили оплату по вашему заказу и в ближайшее время будем отправлять посылку. Вот так вот выглядят уже упакованные коробочки. Отправление у нас один раз в неделю, обычно это вторник, но девочки собирают все заказы по понедельникам, во вторник упаковывают, относят нам на почту. После того, как посылка отправлена, курьер нам приносит чеки с отправки где-то через сутки двое. То есть номера мы вам отправим только через два дня после отправки. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения и дождитесь, пока мы вам пришлем номер на электронную почту и смс-кой. Также срок отправки может незначительно меняться. Это зависит от того, что, например, вот сейчас вот поливают цветы. Да, если цветы политы, то упаковывать их нельзя. Поэтому там на день-два отправка может задержаться. Спасибо вам большое за понимание. Задавайте свои вопросы в комментариях под этим видео. Пишите нам в Инстаграм и в Телеграм. Там мы выкладываем видео, ответы на все частые вопросы. Пишите, звоните. Хорошего дня. Пока.